Добрый день, дорогие друзья, с вами компания «Котлов». Меня зовут Дарина. Мы находимся в городе Набережные Челны на объекте в поселке Малая Шельна. Перед вами дом до 100 квадратов. Старая система отопления была трубной и стоял напольный котел. Наша компания заменила на конденсационный котел и на остальные панельные радиаторы. Общее время монтажа 2 дня. А сейчас, дорогие друзья, давайте пройдем в дом и попробуем взять видеоотзыв у нашего клиента. Добрый день, Ольга Викторовна. Расскажите, пожалуйста, нам, как вы узнали о нашей компании, почему вы именно к нам обратились и чем наша компания вам помогла? Здравствуйте. Ну, во-первых, о вашей компании узнали от своих друзей, которые тоже устанавливали у этих ребят в этой конторе газовое оборудование, были очень довольны. Поэтому мы на основании того, что у людей все хорошо, и мы решили тоже к вам обратиться. Ребят приехали, все обмерили, посмотрели, обсчитали нас все. Нам, в принципе, все понравилось. И приехали быстро они. За какие сроки сделали вам все отопление? Монтаж был. Демонтаж. Первый день был демонтаж всего, потому что у нас все-таки и котельную демонтировать, и ванную. У нас две спальни, зал, кухня. Это большой объем. Работы за день они демонтаж сделали, на второй день уже делали, проводили трубы. И на третий, ну у нас на третий там выходные, получились 2 дня выходных. И затем уже приехали и поставили нам котел. Подключили, все проверили, воду подвели, все датчики поставили. В общем, мы довольны, мы ничего не делали. Ребята работали очень слаженно, молодцы, такие добросовестные ребята. Вот Денис, Андрей, это вот бригада. Вот у них Дмитрий, это начальник. Над ними, так сказать, никогда по первому слову все это самое было выполнено. В общем, мы довольны. Во всяком случае, пока у нас нареканий никаких нет. Это вот 4 нам июня поставили, все уже подключили. Вот сегодня уже 13 число, пока у нас все работает в нормальном режиме. Тепло. Да, тепло, вода без проблем течет, все выставили температуру, все работает как часы. Ну, очень здорово, что вам все понравилось. Вы будете нас рекомендовать своим друзьям, знакомым? Обязательно. Если кто-то будет что-то монтировать, и это сам обязательно скажу про вашу фирму, контору, потому что действительно молодцы ребята. Все очень хорошо, что все понравилось. Вот этот датчик нам поставили, он зависим от котла. То есть здесь можно в котельную не ходить, выставляешь температуру, и котел нагревается до определенной температуры. Нагрелся, отключился самостоятельно. Нам уже не нужно его контролировать. То есть температура в течение дня поддерживается на основании выставленной нами температуры. То есть это очень даже удобно и хорошо, и выходить не надо. Дорогие друзья, мы с вами побывали на нашем объекте. Как вы видели, дом небольшой, до 100 квадратов. Повесили мы конденсационный котел и радиаторы стальные панельные. Если ваш дом до 100 квадратов, то как в данном случае вы являетесь клиентом котельной номер 1. Наша компания работает по стандартам, поэтому приходите к нам за отоплением.